Поехали. О, я уже начал запоминать. Антон, я все время путал. Антон, Андрей, ваш друг, сколько, 5 или 50 гектар засаживает, чем попало. Это я новое слово применил. Вот, чем попало. Ну, а вы взялись ему помогать, но уже постепенно оглобли поворачивали в мою сторону, правильно? Видите, я вас запомнил, наконец-то. А то я не мог даже вспомнить, кто из вас Антон, а кто из вас Андрей. Так, брат Железов. Здравствуйте, все. Арсен Спартакович. Мой надежный друг. Привет участникам, учителю здоровья и терпения. Спасибо Железову за науку. Пожалуйста, этим живу. Юлия Мельникова, вот она наша. Так, сейчас. Внимание. Вот она, надо же досидела до этого, до конца, ну, вот, при ее занятости. Вот. Вот это наша Юлия Мельникова. Идем дальше. Да, потом она будет Мельникова-Железова, если продолжит мою работу, пока она крайняя. Вот. А если рядом с ней сидит сестренка Даша, то я еще буду мозги управлять, а то, конечно, маникюрщик. Выучиться на маникюрщицу, это здорово. Знаете, в нашей стране без маникюрщицы все страна погибнет. Вот, и я сейчас, Юля, для тебя говорю, и Даша, это мои племянницы, для тебя говорю, а говорю вот о чем. Беру я в охапку Железова Сергея, он уже был опытный садовод, он имел питомник, вот, его не удивишь ничем, потому что 100-граммовый абрикос или вот. Вот, которых нет ни у кого вообще в помине. Ну, я про науку, и даже среди нас, любителей, это величайшая редкость. Ну, мы делились, поэтому что-то могло быть. И Тотаро, что-то там у Филиппио, у Латинкова. У Латинков мои, возрождал все сорту моих, клонов моих. Все это здорово. Это, то есть, но это, все равно это очень узкий круг. Я беру его, это прям буквально чуть ли не зашиворот. И в Шушинское приезжаю, завожу там замдиректора, называется Колес, слово какое-то гадкое. Видимо, раньше это было, скорее всего, раньше это было, наверное, это было техникум. Познакомились, поговорили, я говорю, вот смотрите, это не, сейчас получается там бесплатно, а вдруг он еще и не поступит. А мало еще бывает, он уже сколько лет как школу закончил, все же в голове пусто, школу-то когда закончил. Вот. А ему нужен диплом, может все-таки вдруг понадобится науке, а без диплома куда? Он говорит, да, хорошо, и вот я взял, сказал вот эти волшебные слова вот этой даме. Знаете, у вас же полно студентов, ну на заочное, пусть на заочное. Вот, у вас полно студентов, узнает, что он владелец самого ценного, самого главного питомника России, который находится в самом лучшем, я говорю, по качеству плодов, подчеркиваю, по морозостойкости сада России, вот, у него, во-первых, друзья появятся, студенты же, во-вторых, им интересно будет, у него появятся новые друзья, и я даже вам советую, это я и говорю, ну, уже с высоты своего авторитета, я тогда был более авторитетный, чем сейчас, сейчас про меня начали забывать. Вот. Ну, я имею в виду Хакасию и это, и Шушинский район, и Минусинский, забывать начали. А тогда я был на подъеме, еще не на подъеме, но не еще это. Я говорю, вы представляете, он Железов. Узнаю, что он Железов, сколько это. А вам советую, я такой крутой, а вам советую, привлекайте его к преподавательской работе. Пусть он... Вот как только люди, студенты выскажут желание, чтобы что-то новое узнать, привлекайте. Потому что эта вся теория, она толку от нее нет. Закончили институт и ничего не знает и не умеет. Ну, вы знаете, эти все знания, они выветрились, а практики нету. Вот. Она, да, хорошо, все. Заканчивает институт, это техникум, получает диплом. Я говорю, слушай, у тебя был случай, чтобы кто-то, хоть один студент подошел? И сказал, как уже как авторитет, к тому же он не молод, сейчас ему 34, но тогда моложе был, но уже не этот.
Не, безусы судят. А вот серьезный мужик, хоть один тебя спросил, хоть один вопрос задал? Нет. А им говорит, ничего вообще даром не надо. То есть вся эта система работает холостой, им действительно не надо. Ни сорта, ни сады, ничего. Им нужна бумажка, диплом, все. Вот это было. Вот это я рассказываю, Юля, и дальше рассказываю про вашего брата. Обидно, страшно. Вот, уже сейчас бы с руками оторвали бы и забрали бы Тимирязевку, может быть, Мичуринский институт. Тоже ничего хорошего там нет. Мы все знаем. Вот, Тимирязевку закрывает, потому что земля жирная. В черте Москвы имеет такую наглость, там несколько десятков или там сто гектаров это земли. В черте Москвы. Это наглость несусветная. Ладно бы там выросли те же абрикосы, как у Железного. А что это там вырастите? Фу, 5 лет. Вот. Возьмите Савинич, возьмите Сергея Железного. Вот. Ну, наставника уже какого-нибудь ветерана, вроде Сергеева, знаете, такой мощный, такой мастодонт, это такой, ух, какой самый, ящер, такой, знаете, он никому спуску не даст, и всех ученых за пояс заткнет. Вот. Вы, конечно, знаете, о ком я говорю? Вот. О Сергееве. Николай Георгиевич. А если не знаете, то извините, это виноваты вы, что вы не знаете такого человека. Можно было бы взять его этим. Вот. Я бы уже не притянул, конечно, в качестве шефа. Разве что консультанта. И вот это можно было бы через 5 лет посреди Москвы растет. Такое чудо. Вот такое чудо. А ну-ка, где оно у меня, чудо-то? Вот. Ну, это надо искать, мой сайт. Может, не стоит лишний раз показывать. Но все равно, вот это все могло бы расти посреди Москвы, причем с гарантией. С гарантией, да, Елена Александровна? А? Ну, для начала, вот сейчас только получишь кандидата наук. Уже тебе твое место уже в Тимирязевке. Потому что у нее хотя бы она слава овеяна. Ну, пусть для начала скромно, должен начальник отдела. Вот. Зам по науке. Нет. По науке это херня. Извини за выражение. Зам по производству. Вот. Чтобы быстро-быстро наплодить этих саженцев. Чтобы они, чтобы стать маточным садом для всей России. Чтобы все питомники, не питомники, все научно-сельские институты переняли от тебя все вот это чудо, что ты вот сейчас в руке держишь. Вот что я желаю. А Сергей технику скромный парень, потянет за собой, ладно? Договорились? Вот. Сейчас это вот, нас, оказывается, знают в это. Железовый Савинич, твои слова. Знают. А что только что знают? В этой самой, в институте имени Савинка. Ну, в общем, так. В общем, так. А как я умудрился оттуда вылезти? Где я теперь искать буду? Это самое. Ой, надо же так влипнуть. Ну-ка, может быть, сейчас сам туда попаду. Ладно, буду по-новому заходить. Впереди у нас все переписка. Я разговорился, извините, мое право, я провожу бесплатные вебинары. Вот. Так, сейчас, по-моему, здесь. Сейчас я туда найду дорогу. Вот. Вот туда. Ага. Вот здесь я остановился. Вот здесь вот. Спасибо за науку. Данила, привет, Абакан. Ой, спасибо, земляк, что ты с нами. Вот. И спасибо Юле Мельниковой. Все-таки, мне кажется, от нее толку будет больше, чем от этого. Знаете уже от кого? Алексей Виноградов. Здравия. Особый человек на особом счету. То, что я вам показывал, помните вот это, что я вам показывал? Это он меня научил. А как научить всю науку, а? Как? Это он меня научил, что берем вот так вот, смотрите. Вот так вот. Берем, нажимаем «Найти изображение в Яндексе». А это моя фотография, лично моя. Представляете, сколько его украли? Лопатинский сад. Ну, ой, Винница. Ладно, не буду. Здесь
Земляков я трогать не буду. Не буду. А мог купить в Перми. Вот этой маленькой рощи в Перми, а фотографию украли у меня. Видите? Это моя фотография. Ну, поняли. Я еще имею в виду. Опять вышел оттуда. А, нет, сейчас попробую вернуться. Хрен теперь вернусь. Выскакивает я мастер. Возвращаться. Все равно найду дорогу. Сейчас, погодите. Сейчас. А, вот тут. Вот тут. Нет. Костевая. Почта. Так. Почта. Сбросить поиск. Теперь сюда и вот здесь. Все, видите, как жизнь заставила научиться. Поем дальше. Так вот я вот в чем показывал. Винограда научил меня, как разоблачать фальшивые. Меня, а я вас. Фальшивые, которые раз прислали фотографию, значит, у них своих садов нет и быть не может. Меня всегда удивляет. Ну почему так? Подробнейший осень такой. Я как раз и с сайту глаз не оторвешь, а фотографии невероятно. И ни одной фотографии собственного сада. Вот самого сада. Ни одной. Поняли? Так, Владимир. Башкирия Мороз сделал свое дело. Жилецкие абрикосы с трудом отошли. Три ветки нижние имели цветы на двух абрикосах. Отсохли только. Ну и фраза не закончена. Значит, в этот году несколько человек прислали вот такие вот мне даже фотографии. Тут получается так. Мы боимся снега, абрикосы боятся снега. Вот. В Башкирии была страшная, невероятная погода. Во многих местах далеко за 40. Вот. Как бы я ни хвалил, что абрикосы держат 40-градусные морозы, но всему есть предел. И что интересно, если снег сухой и низ не подопревает, то как раз на нижних ветках, которые поневоле, не тоже специально, абрикосы ветки, я же запрещаю нижние отрезать. И на них плоды отсиделись под снегом, но это не значит, что всю жизнь под снегом придется жить. Рано или поздно сопреет. Но так бывает.